Последний день перед Рождеством прошел. Тихая, ясная ночь наступила. Глянули звезды, месяц величаво поднялся на небеса посвятить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать, славить Христа и праздновать Год театра в России. Год театра в России богат на тематические события. Самым масштабным стал Всероссийский театральный марафон. Он продлится весь 2019 год и пройдет в 85 субъектах России. Магадан стал 7-м городом, принимающим эстафету от Амурского областного театра драмы. В гастрольном списке артистов США, Израиль, Китай, практически весь Дальний Восток, но Колыма – новая страница в их большом театральном путешествии. Из Благовещенска труппа добиралась до Магадана. Магадана почти сутки на автобусе, на поезде и на самолете. Но, несмотря на усталость и ветреную погоду, у гостей самые теплые ожидания. Я думаю, что, наверное, самые будут теплые ожидания, несмотря на то, что так ветрено. Я думаю, что Магадан – столица, наверное, встречи с хорошими людьми. Здесь, я думаю, что, как правило, живут обычно на островах, вот отдаленных от материка местах, как правило, живут очень добрые, хорошие, приветливые люди. Я так думаю, что прием нас ждет теплый. Настрой, естественно, самый прекрасный. Ожидание, чтобы зритель нас принял обязательно. И чтобы все случилось хорошо. Везде зритель, если спектакль нравится, принимает хорошо. Ну а если плохой, естественно, так что... Пока нас принимали хорошо. У артистов была насыщенная программа. За 4 дня они показали 4 спектакля. «Ночь перед Рождеством», «Пиковую даму», «Любовь и голуби» и «Бамбуковый остров». Провели мастер-классы, а также поучаствовали в пресс-конференции, на которой познакомились с труппой Магаданского музыкального и драматического театра. Местные актеры не скрывали радости от новых встреч с коллегами. Марафон театральный. Я надеюсь, что на этой волне все театры поднимутся, возьмут глубокий вдох с новыми силами, вдохновением, пойдут вперед и нас заметят, и будут ценить, как надо ценить врачей, учителей, ученых и артистов особенно, потому что артисты, поэты, музыканты, они поднимают вдохновение на то, чтобы жить сильно, мощно, дальше, творчески. Бодро шагать по дороге жизни. Спасибо вам, ребят, что вы к нам приехали. Гастроли Амурского театра драмы начинаются со спектакля «Ночь перед Рождеством». Повесть Николая Гоголя в исполнении благовещенских артистов уже полюбилась многим. Ее показали более 100 раз на многих театральных площадках мира. Но для магаданских зрителей играют впервые. Прежде колымчане приняли эстафету. Директор Амурского областного театра драмы Татьяна Бедина передала символ года театра заместителю председателя правительства Магаданской области Татьяне Савченко. Дорогие магаданцы, если бы не год театра и если бы не театральный марафон, я не знаю, смог бы наш Амурский ордена Трудового Красного Знамени театр драмы добраться на вашу северную землю. Мы счастливы тому, что именно нам, дирекция марафона, поручила приехать к вам. Мы сейчас хотим заявиться как визитная карточка. Мы надеемся, что в дальнейшем наши театры будут дружить домами. Тяжелые. Поверьте мне, я с удовольствием передаю в руки вашему руководителю. Я желаю, чтобы он прошел по всем запланированным 85 территориям, в 260 театрах побывало тепло и лучи от него. Вот именно так запланирован этот театральный марафон. Принимайте его, пожалуйста. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Магаданской области Татьяне Александровне Савченко.
Заместитель председателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко, в свою очередь, поздравила жителей и гостей города с годом театра и вручила Татьяне Бединой памятные подарки в знак новой дружбы между Амурской и Магаданской областями. Магаданской области Сергея Константиновича Носова и памятные подарки для губернатора Амурской области Василия Александровича Орлова. На Колымской земле «Ночь перед Рождеством» сыграли в 103-й раз. С Николаем Гоголем у старейшего театра на Дальнем Востоке особые отношения. 135 лет назад свой первый сезон он открыл ревизором. Но визитной карточкой Амурского областного театра драмы стала «Ночь перед Рождеством». В яркой постановке задействована практически вся труппа. В эту постановку мне даже влазить, в общем-то, не приходилось, потому что она настолько часто играется из-за своей востребованности, что, в общем-то, там ее не нужно как-то поддерживать, знаете, вот в том смысле, что вот, ребята, давайте вспомним. А... У меня такое ощущение, что артистов разбудит, там, не знаю, часа в три ночи, скажи, вот эта реплика, они и пошли сразу. Или в танец. «Ночь перед Рождеством» уже много лет идет на сцене Магаданского музыкального и драматического театра, поэтому посмотреть на другую постановку колымским зрителям было интересно. Благовещенские артисты собрали полный зал. Очень необычно, много нововведений по сравнению с классическим сюжетом. То есть, интересно смотреть, жду, что будет дальше. Сейчас мы посмотрели только первый акт, я думаю, что во втором будет развитие сюжета. Очень интересно играют актеры. И не только основные, но и массовка, или актеры танца. Очень свободно, открыто, так легко. Очень необычная постановка, потому что я привыкла к совершенно другой, потому что несколько раз я смотрела постановку нашего театра. А здесь все по-другому придумано. Декорации разные, костюмы, персонажи, песни, танцы, все совершенно необычное. Но самое приятное впечатление. Теперь эстафету подхватит Магаданский областной театр кукол. 7 февраля он отправится на Чукотку радовать жителей Анадыря и поселка Угольные Копи лучшими спектаклями. Завершится всероссийский марафон в самой западной части страны, в Калининграде.